Хей-хей, ребята, всем привет, я Осмий, и это новое видео на моем канале. Поехали! В этом видео я проведу социальный эксперимент, который позволит узнать, честные ли люди на Ласкрафте. Я нечаянно буду отправлять деньги игрокам, а потом буду просить их обратно. Так, давайте найдем активного человека. Так, кто здесь у нас пишет очень много, да? Кто последний писал? Давайте донатора выберем. Мистер Бой 9. Давайте отправим ему 1000 баксов. Пэй. Это он? Да, это он. И давайте отправим ему 1000 баксов. Ну-ка. Опс. И давайте сейчас попросим эти денежки обратно. Типа мы отправили их нечаянно. Обязательно надо поздороваться. Вот, все, отправили, и что же он ответит? Мне самому интересно, что ответит. Окей. Ситуации таких у меня никогда не было. Он написал ок. И перевел мне эти 1000 баксов. Все. Да ладно, ребята, я не верю. Так, давайте найдем еще одного человека. А здесь он уже написал в чате, так что здесь я не буду писать. Давайте перейдем на другой режим. И найдем нового человека для нашего эксперимента. Вот здесь какой-то чувак бегает, и его ник Кускас. Давайте ему отправим пэй, пишем пэй. Да, он здесь, он нашелся. И давайте ему тоже отправим 1000 баксов. Нажимаем на Enter. Я не понимаю, что такое. Но мы ему деньги отправить не сможем. Давайте что-то напишем в чате. Кто ответит, тот и участник нашего эксперимента. Никто не отвечает. Вот никто не отвечает. А давайте перейдем на Skyblock. Может, там будут пообщительнее. Так, вот он, на второй для начала. Ну-ка, заходим. И да, здесь много игроков. Вижу, конечно, ботов поставили на шахту. Или куда-то там. Так, давайте поздороваемся со всеми. Кто ответит, тот и получит денежки ненадолго. Вот, поздоровались, да, ребята, здесь общительные ребята, конечно. И давайте к первому же человеку отправим. Если уровень, конечно, позволит его. Вот так, мы перевели деньги. Да, ребята, мы перевели деньги. И давайте ему напишем. Ну-ка. Да, конечно. И перевел деньги, да ладно, ребята. Я не верю, все честные, что ли, у нас? Я до последнего не верил, что мне переведут деньги обратно. А здесь кто-то написал недавно. А давайте к вот этому последнему чуваку пишем пэй. И отправляем ему 1000 баксов. Все, отправили ему деньги, и давайте напишем ему сообщение. Так, это он. И давайте напишем вот так вот, что он ответит нам, мне интересно. Каков будет его ответ? Вот это молодец, пацан. Вот это молодец. Так, давайте ему отправим. Спасибо. Это только третий игрок. Нет. Ищем дальше. Нужно найти какого-то донатера. Пишем пэй. И также 1000 баксов. Ну-ка, что ответит? Что же ответит-то нам, а? А пока ничего не отвечает. Он писал в чат совсем недавно, так что я не думаю, что он в АФК. Да, ребят, мы получили. Мы получили. Вот это да, пока что все отправили. Я не верю. Все честные, все оказались честными. И давайте напоследок еще кого-то найдем. Пишем пэй. Так, пэй.
и его ник. Давайте также по 1000 отправляем. Так, у меня заготовочки здесь были. Так, давайте это удаляем и пишем его ник. 0 нижнее подчеркивание 0. И что же он нам ответит, мне интересно. Отправит? Мне кажется, отправит. Потому что он такую вот мордочку отправил мне. Типа неожиданно. Да, да, ребята, мы быстро получили. Спасибо. Что-то вообще быстро, вообще. Нет. Что-то мне не верится. Ребята, все отдали мои деньги. Я ни копейки не потерял. И давайте напоследок отправим еще какому-то донатору, чтобы было все по-честному. Пэй. Это он. И давайте также отправим ему 1000 баксов. И что он ответит? Мне интересно. Что же он нам ответит? Океан Вах, молодец, братан. Ой. Ну-ка. Не могу, нижнее подчеркивание. Вот это да. Все, давай пока, нижнее подчеркивание. Чему? Меня тут не было. Вот это поворот, ребята. Вот это поворот. Давайте погрустим, отправим. Может, тогда он жалуется над нами. Но что-то нам не хочет отправлять. Отходя. Стой. Отправит или нет, мне интересно. У тебя же есть гильда, да? У тебя же есть гильдия. Да, у меня есть гильдия. Давайте ему напишем «да». Можете ли вы стать нашими союзниками? Хорошо. А, ну-ка. Вот это поворот, ребята. Он дал даже нам больше. 1500. Отблагодарим его. Ни за что. Он не хотел нам давать деньги, но потом он нам дал даже больше, чем мы ему отправили. Если вам по душе такой формат видео, напиши об этом в комментариях, и я начну делать новые видео данного формата. А пока это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмей. Всем пока-пока.